Я прошу особое внимание уделить тем социальным объектам, которые у нас находятся в зоне приоритетного внимания. У нас, к сожалению, ситуация достаточно сложная по ряду объектов, и нам нужно срочно усиливать эту работу. Отдельная и такой, наверное, главная зона беспокойства для меня – это строительство объектов в районах, особенно в отдаленных районах. Это школа искусств имени Кабалевского в Палане, пресловутый объект, по которому мы добились финансирования, несмотря на секвестр, и сейчас уже год не можем завершить объект, не можем завершить школу. Я прошу Министерство строительства подготовить конкретные предложения к завтрашнему дню. Завтра я на месте, на площадке осмотрю ход строительства по усилению этой работы. По моей предварительной оценке, ситуация очень и очень сложная. И до сих пор, несмотря на все мои поручения, там мобилизовано очень мало людей. Отчет идет постоянно, что у нас все мобилизовано, все хорошо, стройка идет. Но прогресс показывает, что у нас июнь месяц, уже середина, а строительная готовность почти такая же, как была в прошлом году. Я прошу Министерство строительства отнестись не просто формально с точки зрения констатации количества людей и техники, которые там работают, а завтра представить конкретные предложения по усилению, в том числе, возможно, предложения по привлечению дополнительных подрядчиков или сил строительных. Потому что если мы не завершим в установленные сроки строительства, мы вынуждены будем вернуть средства в федеральный бюджет и потеряем шанс получить средства на другие социальные объекты, приоритетные для Камчатского края.